возьмешь коричневый, розовый, голубой. И прямо вот в это все начнешь вгонять вот эти настроения. Вот эти настроения рваным мазком, рваным. Укладывательным. Вот они, наши бревна. Да? Смотри, сколько бревен по-легкому. То есть сначала пятно нашвыряло. Потом взяла вещество это же. И начинаешь прокладывать бревна. Так рвано или до мутноты? Рвано и до мутноты. То есть и то, и другое. Угу. Вот они, бревнышки. Смотри, как они вкусненько сразу готовы укладываться. Вообще бревенчатую архитектуру рисовать, конечно, одно удовольствие. И забор. То же самое с забором, только потом вот так. И потом вот эти царапки дадут тебе первые признаки белого. А потом уже и все остальное. Тут же что-то себе уже подсказку какую-то, чтоб не закрашиванием заниматься, а эффективным письмом. Чтобы это было уже письмо, даже на этом этапе. Светик на этих, вернее, снежок на этих местах тоже чуть-чуть пообозначало. Хорошо? То есть не закрашиваем, а сразу где-то уже и подыгрываем. Интереснее. Он такой будет немножко неплотный, что ли? Да. И постарайся не квадратнее. Уж очень они остроконечные и как бы вот такие. Почетче. И здесь тоже почетче. От края и до края деревеняка. Очень хорошие вот эти вот остатки. Береги их, если что. То есть то, что удачно складывается, береги. И подкладывай чуть-чуть цвета. Чуть-чуть цвета. Между ними довольно большие и даже кривизна. То есть у тебя сейчас слишком частокол, у него иногда они прямо срастаются, когда не видно разницы, а иногда нарочито видна разница. У тебя пока все одинаково и щель видна между ними. Вот эти щели чуть-чуть доложить, хорошо? Ну и какую-то кривизну. Слишком мелко карандаши уложены, а там все-таки доска. Ну, зачет тебе по этим, по деревянному строительству. Можно голубинкой чуть-чуть, с розовинкой. Выстрой архитектурку вот эту. Ага. Выстрой архитектурку. Чуть-чуть там настроение деревца. Так обозначь. Вот это деревце тоже можно сначала чуть-чуть обозначить вот такими настроениями, вот такими, еще прежде, чем ты кистью накидаешь. Потому что палец умеет создавать марево. То есть, когда ты жестко придешь сюда, а марево, и там есть этот эффект марева, оно уже будет. Вот этот задник чуть светлее, чем мощность стволов, покажешь. Не хватает светлости немножко деревяхам. Смотри, там глубокость тени вот здесь, вот здесь. И чуть светлее все деревяхи вот здесь. То есть те, которые поднялись, места, где они поднялись, они чуть светлее, показать это чуть светлее. А дом глубиной своей ушел туда. Не хватает светлости, слишком все черно. Чуть-чуть добавить. Хорошо? Вот этих настроений. Ты видишь, он даже почти красный задействовал. И звучит, да? Немножко нахально звучит, но звучит.
снег, я бы сначала бы вот так сделал, а потом уже кистью наляпал бы мелких звучаний, мелких мазочечков. Сначала бы вырезал бы, разнотолщинные. Логично? А потом вот такой кистью позагонял бы. Мазочечки. Вот так бы позагонял. Комочки снега. Светлее, чуть светлее. Вплоть до того, что вот так кистью. Чуть теплее. Вот эту красноту растопчешь, и будет чуть теплее. Хорошо? Давай. Можешь и вот эти тоже где-то с кистью. Вот так. Снежка? Снежочечка, вот такие, симпатичные. Вот такие. Да? Мерцательно. То есть есть одна тональность и есть другая мерцательно. Может быть так. Но это снег лежит, это не дрова. А я, да, я туда не лезу. То есть показать, что это цельное пятно, теневое пятно снега. С розовым. А дальше световое пятно снега. То есть я пируэт кручу на каждом шагу. Каждую возможность повыпендриваться мастихином использую. Положил, но и сбил ее, да, чтобы она была непонятно как выстроена. Какие-то там звучики. Да, смотри, уже богаче, уже там что-то, уже что-то. То есть не только чертеж, но и копошня всякая. Глуховатое, черноватое место теневого пространства, вот этого. Глуховатое, черноватое внутри. Нужно это кистью? Вот это? А это кистью не положишь. Тебе нужно глуховатое пятно, никакое, вот такое. Кистью ты можешь вот здесь положить. Вот здесь ты можешь положить. Оно не должно быть глуховатым, а там внутри должно быть глуховатым. А вот внизу такие кисти, да, всякие? Будешь брать белило и прямо вот так. Наштрихуешь, Где-то больше белил, где-то меньше. И вот у тебя будет грязноватый камень. Повеселело сразу. Накидаешь. Акцентики тоже чуть-чуть на окнах. Хорошие окна. Так. Чуть богаче, да? А то там простовато. Чуть богаче, а то простовато. Да? Что-нибудь. Вот что-то там, не пойми что. Богаче? Ты знаешь сколько? На пустом месте богатство. То есть некое содержание. Вечно там какие-то... содержательные моменты. Плюс снег на них, на этих содержаниях.
Прикольно? То есть, ты видишь, я помассажировал краску, положил и помассажировал. О, какой-то уголок закупил. Ну давай, эти деревья тоже. Снег на башенку. Если много красного, отпили. Отпили чуть-чуть. Ага, особенно на периферии, чтобы когда ты положишь сюда что-нибудь типа снега, чтобы красный не сильно выполз. Хорошо бы глуховатую темноту посадить. Там вот здесь нет глуховатой, а там как раз самое место быть глуховатой темноте внутри дома. Снег здесь прикольно лежит на всех этих выступах. Давай, хорошо пока все, отлично.